О, какой петушок. Немецкий гребешок. Шли-шли и увидели тут такое чудо света. Тут во Франции деревья красят не в белый цвет, а в желтый. О, гномики факи тычут. Вот так вот тут охраняет порядок полиция. Посмотрите, они уже сами себе наливают. Оп, голубь, птица мира. Привет. Привет, дружба. Все, девочек отсюда не забрать, да? Нажала на красненькую. Всем приветики. Сегодня воскресенье, мы как всегда едем куда-нибудь съездить. Абы куда съездить. Сегодня мы едем в столицу Европейского парламента, так сказать. Там, где принимаются все важные решения Европы. Находится это все в городе Страсбург во Франции. Обратите внимание направо. Вот у нас тут мост такой, железнодорожный и автомобильный, который соединяет между собой Германию и Францию. Протекает река Рейн. Да. 30 километров показатель. Все, вот мы и во Франции. Вот и вся граница. Сейчас едем, посмотрим, как выглядит этот европейский парламент. Пока. О, какой петушок. Немецкий гребешок. А там вот за воротами Европейский суд по правам человека с заборчиком. А вот наши девчонки. Смерзли? Это вообще зашкирилось. Здание Европейского суда по правам человека. Люди бегают. Да, трамвайчик. Французский трамвайчик. Вау. Трамвай, майвай. Вау, длинный. Красный, 21. Шут. Здание Европейского суда по правам человека с одной стороны и Европарламент с другой стороны. Здание Европейского парламента. Именно в этом здании Россию признали страной террористом, спонсором терроризма. Дворец Европы. Какой немаленький. Именно 9 ноября 1995 года Украина стала членом Совета Европы. И вот здесь, на этой аллейке, есть флаг и табличка с датой. А это Дворец Европы. Уже начинаются старые строения. Но это не такое уж старое. Ну, фрагменты старого города. Вот там вот впереди. Какая красивая аллейка туда. Да.
немного новеньких домиков, таких интересных. Такие вот здания. Флаг Украины. Шли и увидели вот такое чудо света. Посольство России ограждено вот таким вот тройным слоем, чтобы не получили пиздец. А мы переходим? Да. Мы можем пойти вот туда, по пути же. Костел, да. Вонючее посольство. Красивая, что? Потому что вонючая. Потому что вонючая. Тут возвышается церковь с двумя шпилями. Да, вот так вот величественно стоит церковь Святого Павла. Тут во Франции деревья красят не в белый цвет, а в желтый, под цвет времени года. Осенью в желтый. Какая красота. Вот там уже вдалеке виднеется старый город. Архитектура, конечно, здесь интересна. Все до мелочей. Какая-то там крокодила щука. Вот мы уже вплотную приблизились к старому городу. Нужно обратить внимание, сзади меня старый город. Да, Европа, конечно. Конечно же, настроение Арины, оно, как всегда, самое чудесное, позитивное. Для любителей сыра здесь тоже есть чем поживиться. Французский сыр. Эти готические истории постоянно реставрируются, да? Угу. Попали на ярмарку. Что, идемте, пройдемся тут по ярмарке, посмотрим рождественскую ярмарку в Страсбурге. Ништячки. Всякие. Чё тут? Гномик? О, гномики факи тычут. Воскресенье, Страсбург, людей немерено. Да, мы решили глитвейна припить.
Да, хоть понюхать. Вкусно. Вау, мэджик. Шаром. Это улица бутиков Levi's, Pandora, Promot и так далее. Арина, пошли. Арина. Ярмарочная. А вот центральная елка Страсбурга. Она там растет, мне кажется. Ну чего? Она там, скорее всего, растет. Ну, может быть. Сейчас посмотрим. Совершенно не похоже на снеговиков, на всякие прочее. Очень со вкусом все украшено. Турель. Тут охраняет порядок полиция. Большая ярмарка на площади. Шоколадница брецельная. А этот старушки по глитвену придаряют. Брецель. Вкусненький. Прокомментируйте брецель, пожалуйста. Здесь вообще внизу еще сахар. Да. Здесь это покрыто молочным шоколадом. А там он белый. И мягенький, да? Ну, приятного аппетита. Купили мы билетики на эти замечательные лодочки. Сейчас летим на место отправки. Ух, какой там Нептун. Ой, а что там такое? Идемте посмотрим. Антиквариатик. Вот такой тут антиквариат продают прямо на улице. Мебель. Вау. Ой. Вау, значки. Вау. Вау, Супа. Да. Что? Какие тарелочки, а? Посмотрите, они уже сами себе наливают. Да. О, вот это вот правильно в этом магазине. Нос закрываем. Ух ты. Какой запах. Шикарный запах шмальки. Заходим. А ты проходила, чувствовала запах? Да. Прекрасный. Да, красава. Иди, у тебя билет. Есть билет. А, у меня билет. Hey. Is that your commentary? Yeah. Hotel? Yeah. Wow, какой тут. Yeah. 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 Yeah.